Вот вплотную подошли. Мы утром решили тут дорожку проделать. Тут ходишь здесь. Ну тут это от Володи ко мне, от меня к нему тут. И дорога грязь, подскользаешься. Мы решили сухой травой тут дорожку выложить туда. Вот так. А потом сверху шкурками. А гуси услыхали и летят к нам. Увидали нас. Ну а дальше там мы застелили, к Надежде Васильевне переход сделали. А тут летом засыпали вот эту дорожку. Хорошо, вода теперь не останавливается. Но ходить нельзя, скользкая. Надо сверху асфальт положить. А какой? Стружки. Опилки. Ну, 17. Мгновение весны. 17 гусей. Вот короткое время пройдет, и голову вам все поотрубают. Все. Да. Ничего не сделать. Надо научиться летать было. Сколько стай гусей пролетело-то? Летели бы за ними. Слушайте, растолстели. Ну, конечно, га-га-га. Гоняться только за ребятишками можете. Но порубят вам головы-то. Устроят вам здесь чеченскую первую. Ну, страшно. Вон она идет, буска была. Никак мир не берет. Рыжая заступается за палю. Это прячется, и так не могли никак помирить. Смотри, смотри. Кошка со всех ног. А не за ней. Иди сюда, буска, буска. Иди скорее ко мне. Буска, иди. Буска, буска. Через эту преграду. Но по зеленой траве опять идет сюда. А они на нее наступают. Буска, буска, буска. Буска, иди скорее домой. Иди скорее. Буска, буска. Тоже понимает, с гусями ей не справиться. Он долбнет, будь здоров. Ну давай, поехали. Не хватило там немного. Че, не хватило? Да. А? Не хватило, не хватило. Ну с вилами-то можно тут принести. Лампочку надо выключить. Возьми. Лампочку надо выключить. А где она? Да, тебя выключу. Вот здесь вот? Да, да, вот здесь вот. Вот она. Все. Ты сбегай с вилами, напильник-то принеси, навильник принеси, говорю, напильник. Сейчас. Один навильник. Это ося идет. Давай. Никому не дают прохода, кошки тоже не дают, гонят ее отсюда сразу. Давай набильник один принеси, пока хватит. Главное, кошка идет, а гуси за ней, а кошка наша убежала. Доброе утро. Доброе утро. Вот этот голубятня, я его опростал. Всех перенес на эту голубятню. Потому что тут очень трудно лазить, скользко, никто не берется. И я решил сюда перенести. Гуси, гуси, га-га-га. Буска, иди скорее. Вон она. Скорее, иди, иди скорее. О-о-о! Ой-ой, скорее домой. Чё, буса? Но. Вот они, гуси, рядом посажи. Но. Буска хорошая. Хорошая кошечка. Ну, чё такое, но. А они за ней гоняются. Чё вы гоняетесь за ними? Вот она где. Вот деревенское занятие какое. Это не телевизор смотреть. Вот принес теперь, выложи там. Ну и подальше маленько на дорожку. И сюда вот чуть-чуть, Володя, маленько растряси. Смотри, кошка вышла, а гуся сразу за ней. А ее отрезают от дома. Маленько растереби туда, чтобы вот на эту грязь основную. Вот сюда, вот повыше, повыше.
Повыше, вот это хоть маленько так, чуть-чуть. Вот так. И там точно так же до травы растерси. Опасается Буска. Ну что, Буска моя, Буска? Ну. Вот она как. Ну что, пошли. Давай телегу. Телегу бери, только не задави ее. Она под колесами. Уходи. Уходи, уходи. Гуси, гуси, га-га-га. Если хотите, да-да-да. Пошли, гусь по нашему переходу пошел. Двинулись атаку. Гляди. На своей дорожке она домой опять идет. Только это осиновые не брать сюда, кору. Интересно, гляди. Они ее преследуют, начинают. Все. О, пошли, пошли в атаку. Конечно, 17 мгновений тут вам осталось жить-то. А та далеко не уходит, потому что рядом два рота, она может заскочить на них. Вот интересная картина какая. Давай. Поехали. Это не телевизор смотреть, я могу принять участие здесь. Они как люди, один на один, навряд ли кто-то на кошку пошел, да. А толпой они герои. Ну вот, они герои. Гусиная компания. Но запомни, гусь свинья не товарищ. Гусь летать может хоть маленько. Мы тут смотрели, такие стаи летят по 100 штук. 2-3 клина сразу. Проходит полчаса, еще такой клин. Еще. Ну, высота такая, что ни один охотник не тронет. А когда летят гуси, слышишь, что гогочут? Да. Слышь, я не слышу, но он не слышит. Вон туда руками бери, он из-под той, мелкая. Давай, нагружай, вон туда, вон под той. Вон под, между ними. Убери дощечки эти. Сейчас. В сторонку отбрось. И вот сюда подъехал, туда. Да не, ну ладно. Вот сюда. Только осиновые эти не бери. Нет, ты подгони тележку вплотную вот в эту дыру. И руками нагреби ее полную. Во. Во, нагружай. Как можно больше. Сейчас я резиновую возьму. Давай резиновую. А потом можно и другое взять. Это вот овечки. Полезу наверх. Проверь, как тут у меня голуби. На зиму пришлось убрать несколько. 20 с лишним. Ну, остатки тут уже на расплод. Я тут не могу залезть. Что там показывают? Еще открываю. Там. Овечки? А что, курицы? Они сюда на завтрак приходят. Да ты что? Да. А-а-а. Там вывалит на эту кучу что-то. Это курицы Алешкины, кажется. Ну, пока нагружаю, я посмотрю. Дождик брызжет. Вот овечки. Отдельно там козы.
Где-то не видать. Вот они, козочки. Это далеко там у околочки. А напротив вот это вот ровно, это железная дорога идет, 2 км от нас. Барнаул-Кулунда. Овечки. О. Вот они, голуби. Ну еще. Сколько вас тут осталось? Забито еще все. Ну ладно. А там села, видать, парить. Голова одна только торчит, не видать. Вот они, мои голуби. Да голуби, голуби. О, попить есть. Ну, рядом с этой висит. Вот, корыто сделали вчера. Корыто повесили. Вот они, голуби. Темно еще. Еще не видать. Все голуби сидят. Темно еще. Вот так.